не затягивай. Наконец-то. Я давно этого ждал. Ты не здешний. У нас есть обычай. Кровавый долг. Это значит, ты поплатишься за то, что причинил боль моей семье. Сейчас объясню. Бальдра, а теперь покажи-ка мне, что умеет убить собаков. Твой брат сам затеял ту драку. Мне плевать. Не бей в полщиты. Это оскорбительно. Все, я думал, ты наконец себя покажешь. И тебя называли богом войны. Кем я был? Ты про призрака Спарты? Да. Да знаешь, на что я способен? Покажи! Вот это по-мужски! Я хотел поглядеть на клинки. Они на твой зов не отвечают? Не сдерживайся! Я ждал от тебя большего! Итак, друзья, всем привет. Обычно ничего не говорю, но здесь просто скажу, что бой с Тором очень тяжелый. Напомню, у меня уровень сложности предмаксимальный, испытание. Бог войны я уж не стал играть, там, мне кажется, совсем жестко. Ну и пока привык к механике игры. В общем, не буду оправдываться, всего я страдать не стал, просто нарезал свои смерти во время боя с Тором. Так что не судите строго. Приятного просмотра. Я ждал от тебя большего! Не сдерживайся! Яви мне свой звериный нрав! Честность приемов, да? Мои сыновья напали на нас! Хорошо.
Никчемный вояка одолеть моих сыновей. Начнешь новую жизнь? Так не бывает. Ты разрушитель, как и я. Ну уж нет. Я скажу, когда хватит. Покажи мне, какой ты на самом деле. Вставай! Это чужеземный бог, сразивший Бальдра. Человек, низвергнувший Сигрун, королеву Валькирий? Теперь он на последнем месте! Что ты сказал?
Моги искал нас, боясь тебя. Он умер от нанесенных тобой ран. А ты у нас примерный отец. Знакомое чувство. Что? Неважно. Мне насрать на твои отеческие советы. Покажи мне бога войны.
что ты сильнее моих сыновей. Хоть уже и не тот, что прежде. Но я не мои сыновья. А твой сын, у все отца есть виды на него. Он бог войны. Считай, твой долг уплачен. Свидимся. Говорил же он справится. Кратос, это Синдри и Брок. Ну и драка была. Может... Домой, живо! Сотра им Один!